Всем привет, ребят. Ну что, поехали. Запустили сервер. Я уже безумно рад. Наконец-то я дождался обновы. Вот такая вот заставочка. И сейчас мы пройдемся по основным бутам обновы. И, конечно же, посмотрим на новые герои, которых нам добавили. Итак, самое интересное, это вот слоты. Для меня, честно, в частности, увеличено количество. Я очень рад. 50 тысяч. Так, окей, где мои там пунктики? Поехали, смотрим. Улучшен максимальный левел героев. Что это такое? Сейчас мы посмотрим. Я надеюсь, это не функция прорыва. Скорее всего. Нет, тут вроде ничего не поменялось. 20 максимальный, и какая-то функция, пока я так и не понял. Хорошо, самое интересное, добавлено два героя новых. Сейчас мы их найдем, я надеюсь. Где вы, друзья? Вот этот вот герой, это скорее, ну, его нельзя получить, как видите, по сравнению с другими героями. За самы он получается события нового, либо, я думаю, будут, скорее всего, за донат. Посмотрим. Вот такой вот второй герой редька. Это Конфуций. Я надеюсь, это мальчик будет, а не девочка. Хотя у нас все возможно. Герой редька где-то, не знаю, что-то они... Редька с морковкой. Что-то непонятное. А вот такой вот герой новый. Судя по всему, вот этот вот бешеный танк. Скорость атаки большая, ну и бега. В общем, прикольненько. А этот такой тоже неплохой. Так, окей, с этим разобрались. Дальше. Новый талантик. Новый талантик. Сейчас вам тоже покажу. Так, эта функция, мы сейчас до нее дойдем. Вот он, новый талант. Я так понял, что, скорее всего, это ограничение урона, ребят. Новый талант 110 атаки и ограничение урона 7000. Скорее всего, что так. Если это так, это полная жесть. Почему, думаю, вы знаете. В общем, вот такой вот новый талантик. Рунка 9975 атаки. В общем, все будут как Фрей скоро. Так, дальше поехали. Улучшенное переключение интерфейса. Идем посмотрим уже сюда. Потом дойдем до башенок. Так. Тут, в общем, непонятно. Так, магия. Ну, ничего такого нового я не вижу по поводу переключения. Так, наем героев. Вот это самое интересное. Вот переключение. Можно вот так вот нанимать. Очень, очень правильно и удобно, кстати. Мне это нравится. Улучшена система найма героев. Вот мы увеличили места. Вот так вот теперь наши роллинги будут выглядеть. Как по мне, очень-очень даже прикольненько. Так, хорошо, с этим разобрались. Ищем новую локацию, я надеюсь, где-то ее видеть, но вряд ли. Что-то я ее пока, честно говоря, не вижу с этой новой локацией. Скорее всего, возможно, в шаре будет, я не знаю. Пока неизвестно за эту локацию. Я, честно говоря, даже сам не раздуплился еще, где можно собрать этого героя. Сейчас глянем еще акции, добавили что-то интересное, но или нет. И ничего не добавили, в общем, все тоже осталось, еще и под коллекционера сегодня паролем. В общем, как-то так. Пока ничего у нас не обновили. Увеличено количество ЗПшек, 50 миллионов, это радует. В алтаре плюс 2 героя уже будет, точнее плюс 2 места, ну и соответственно плюс 2 героя. Надеюсь, они дальше не будут пилить по 2 героя, потому что это будет жесть полная. Ну, учитывая то, что один герой бездонатный, это радует, а второй неизвестно пока. Так, дальше. Новый питомец. До башенок мы сейчас дойдем. Новый питомец. Можно получить его бездонатным способом, открывая яйца. Сейчас мы его получим. Надеюсь. У меня тут есть яйца. Сейчас посмотрим. Сможем, не сможем вытащить его. В
Вот, есть, мы, скорее всего, его получили. Да, вот он, этот пэт. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Потом будем с ним разбираться. Так. Вот так вот летающий кролик. Приколенько. Вместе с Лазулей, кстати, очень, точнее, с Огником прикольно смотрится. Похоже чем-то. Так, окей. Ставлю вам, смотрим дальше. Так, сейчас поищем. Тут, может, где-то здесь что-то новое будет. Так, вот такая вот еще есть темка. Это улучшение скины зданий. Их всего 10, я смотрю. Они что-то дают. Что они дают, непонятно. Плюс 170%, если это дев, как многие пишут, то реально это прикольненько. Веселые битвы гильдии у нас будут. Посмотрим. В общем, очень интересно на это посмотреть. Так вот оно все выглядит. Я что-то не могу дуплиться. А, это просто обычная башня. В общем, посмотрим. Скины я сейчас получу. Так, потом вам уже покажу, как они выглядят. Что еще интересного? Интересного, интересного, интересного. Ну, места на складе мы уже взяли, в принципе. С такого не знаю, больше я пока не знаю, где нового героя брать, неизвестно вообще ничего. Сейчас я попробую получить башенки. Сделаю. А, хотя, в принципе, зачем мне делать? Такс, где там мой код? Так, скопировать. Как получить, я уже показывал. Есть видео получения. Оставлю вам еще ссылочку и код. Надо свою айдишку ввести. Так. Сервер у меня. Бы еще найти мой китайский сервер. По-моему, вот этот. Сейчас попробуем. Получится, не получится. Так. У меня у всех аккаунтах один и тот же. Из 2 2076. Сейчас введем на всех, точнее, введем хотя бы сейчас 2 2076. Так, промокод копировать, ставить бит, подтвердить. Так, дали 50 осколков, ребят, дали. Сейчас посмотрим, так ли это. Вот они сразу же пришли мне. То есть получили мы осколки на какую-то... А, на башне. Понятно все. Я думал, тут халява будет. Возможно, они рандомные. Посмотрим сейчас. Так, на вот эту вот башню. Окей. Через башню, интересно, я могу прокачивать? Нет, так я не смогу прокачивать. Давайте прокачиваем тогда отсюда. Так. Вот у меня 50 осколков. Первый тык есть. Получит 180 силы дает. Ничего себе. Вот так вот теперь башенка выглядит. В виде дракончика. Прикольно. Конечно, я не знаю, как их добывать мы будем. Это, походу, будет очень большой емор. Так, и что у меня по башне? Инфо. Непонятно ничего. Плюс 21, скорее всего, жизнь. Получается, скин увеличивает. Плюс 20%. Да, скорее всего, да, это жизнь увеличена у нас. Вот так вот.
Так вот, ребят, то есть увеличены будут жизни. Получается, 170% в два раза это не спасет от Минотавра, поэтому кто там боялся, что это будет просто жестко, там, я думаю, что нет. Посмотрим, конечно, возможно, у всех разные будут даваться скины. Так, ну, по поводу нового героя я вам сейчас буду отдельное видео записывать. Так, я вам, в принципе, вроде все показал. Где находится новый герой? Один из героев пока неизвестно. Не могу я понять, где его мы получим. Сейчас пробегусь тут еще. Вроде такого ничего больше я не вижу, не знаю. В общем, думаю, раздуплимся, посмотрим. Ну, в общем, такая вот обнова, честно скажу, мне нравится. Очень много всего интересного, нового. Как для донатов, так и для бездонатов. Посмотрим, что же все-таки будет дальше. Но тут тоже ничего нету. В подземках тоже ничего не наблюдаю. Ну, не знаю, вроде из такого интерфейса все, что было, то и осталось. В общем, ждем. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Ждите роллинга. Всем удачи, всем пока.